Здравствуйте, с вами Сомова Полина и каталог номер 12 No Compromise. Это невероятная тушь, которая смывается теплой водой. Она не боится холодной воды, слез, дождя, но если вы умоетесь теплой водой, она исчезнет с ваших ресничках, не оставив темных кругов под глазами. Так как ее уникальная формула просто останется на ваших ладонях. Это сенсация, это что-то невероятное, и не нужны компромиссы. Теперь с новым средством, сушкой для ногтей, не нужно ждать, когда ваш лак высохнет. Это здорово. Просто нанести лак сверху, вот это покрытие сушка, и он не только поможет вашим ноготкам быстро высохнуть, но и также защитит от сколов и придаст красивый глянец. Также не могу поделиться вот такой классной помадой. Это серия The One, помада крем, вы ее видите на моих губах. Цвет у меня розовый. Она просто невесома на глазах, на губах, простите. И, ну не знаю, она как-то и увлажняет, и не липнет. То есть, ну мне она очень нравится. Цвет, сейчас даже скажу, как он правильно называется. Это 33376. И цвет называется клубничный. Вот такой вот он. Приятно розовый оттенок, ну, очень мне нравится и очень классная. Если вы не любите помады, неважно, кремовые или твердые, то для вас вышла вот такая вот новиночка. Это бальзам «Хамелеон». Сейчас покажу, как он выглядит. Он такой пугающего такого сиреневого цвета, но на ваших губах он превращается в нежно-розовый цвет и шикарно увлажняет губы. Поэтому, если вы не любите помады, но для ваших губ все равно нужно увлажнение, то вот этот бальзам создан для вас. Поверьте мне. Что же я еще себе заказала? У меня есть любимые духи. Love Potion. Они пахнут шоколадом, имбирем. Я люблю ими пользоваться вечером, либо вот такую дождливую погоду, как сейчас за окном. И дополнение к этим духам, чтобы мои духи были, они, конечно, так стойкие, потому что это парфюмерные, я заказала себе спрей-дезодорант с таким же ароматом, как и духи, чтобы аромат меня сопровождал намного дольше. Также мне пришло по акции лояльности. Прошлый каталог я вам показывала салатники, было вот сейчас такой двухлитровый хороший кувшинчик для всей семьи. Также у нас вышел вот такой протеиновый комплекс. Здесь 21 порция, и он не имеет своего вкуса. То есть, если наши коктейли это шоколад, клубника, ваниль, да, и не всем эти вкусы нравятся, то вот он выход. Из всей сложившейся ситуации. Он не имеет своего вкуса. То есть вы добавляете мерную ложку, либо делаете коктейль, либо можете в суп, либо в салаты. И у вас дополнительно питание, дополнительные жиры, белки, углеводы. То есть все это идет дополнительно. Здесь в одной порции 72 килокалории. Это немного, это не мало, то есть это такая вот средняя величина. Обязательно попробую и запишу дополнительный видеообзор, как по вкусу, понравился, не понравился, что он из себя представляет. То есть натуральный вот такой вот классная вещь. Взяла себе с 50% скидкой. Поэтому дополнительный видеообзор по протеину ждите. Также моя знакомая будет рада, потому что пришел четвертый шаг витаминов для ее сынишки бесплатно.
Поэтому мне есть чем порадовать знакомую. Также у нас вышла вот такая классная питательная серия овёс. У нас есть масочка такая. Сейчас вышел гель для, пенка для умывания, тоник и крем. Крем можно наносить как дневной, так и ночной. То есть он универсальный и очень удобно брать его с собой в отпуск, на дачу. То есть не надо много баночек с собой возить. Также для мальчиков любимых заказала Glacier Ice и заказала Eclat Louis. Оба аромата такие свежие, нежные, идут с шикарной скидкой. Поэтому, если у вас есть любимые мужчины, то вам есть чем их порадовать. Также у нас есть вот такая вот классная обновленная Discovery. Это апельсин и лаванда. У него бодрящий такой аромат, он и цветочный, и цитрусовый, и хорошо помогает проснуться утром. То есть он классно бодрит. Поэтому, ну а мыло? Мыло нужно всем, всегда и везде. Если вы смотрели прошлый каталог, мой видеообзор, то видели, что у нас вышел большой 750-граммовый шампунь пшеницы и кокос. Сейчас по очень хорошей скидке идут к нему кондиционеры. И не только к нему, вообще вся эта серия Love Naturals сейчас идет с отличной скидкой. Поэтому есть повод свою ванную комнату обновить. Также вот заказала себе вот такие кремовые тени Transformer Giordani Gold. Жемчужные. Сейчас я вам их даже покажу. Чем мне нравится, они идут... Они такие в баночке, и они идут с кисточкой. То есть мне не нужна дополнительная кисть для них. Такой вот цвет. Ну, реально жемчужный. Вот на моих глазах вы можете его наблюдать. Классно ложатся, классно растушевываются. И еще я себе заказала Series One, тоже тени Трансформер. Такие вот они идут, золотистые. Мне очень нравится, сейчас покажу, наверное, на ладошке, как они блестят. Я не знаю, может быть, вот при этом освещении оно не передаст. Конечно, так, потому что, ну, камера, она искажает, как ты не крути. Вот видите, даже если я цвет уберу, ну, искажает, не видно. То есть они мерцающие. Тоже классно, такой довольно-таки плотно ложатся, хорошо растушевываются, блестят. Но так как они кремовые, вы можете сами регулировать, если вам нужно поинтенсивнее, да, для вечера, или более нюдовые для дневного макияжа. То есть они подойдут как и для вечера, так и для утра. Что же еще у меня в заказике? Все мы пользуемся, ну, девочки, конечно же, помадой, румянами, пудрой. И у нас обновились кисти. У нас появилась такая вот веерная кисть. И что самое классное, что они теперь идут все под вот такими вот номерками, да, как профессиональные кисти. Они идут вот в такой упаковочке, которую кисть достать можно только разрезать. Потому что если не разрезать, я ее никак не вскрою. Она просто вся вот запаянная. Деревянная кисть, натуральный ворс. Эта кисть у нас... Так. Для румян. Да, что-то я засомневалась. То есть для всего, для пудры, для румян у нас кисти, для помады, для консилера. И все они идут с номерами, то есть для растушевки теней. И раньше такого у нас не было. Вот эта кисть идет для подводки.
То есть, если вам неудобно пользоваться слишком тонкой кистью в подводке, либо там слишком жесткая, да, скошенный носик, то, видите, да, она такая кривая. То есть, вы держите руку прямо и рисуете ту стрелку, которая нужна вам. Вот пушистенькая кисть для пудры. Для теней. То есть, видите, здесь она такая, как спонжик. Здесь вот она идет, ну, просто ворс натуральный и сменный спонжик. Для бровей кисть. То есть, ну, для всего, что только нужно. И кисть для помады, то есть, она вот здесь убрана. То есть, ну, мне просто, я в восторге от новых кистей, потому что нет слов. То есть, для всего, что нужно. И вот такая вот, сейчас открою даже поближе, покажу. Потому что, ну, кисти что, да, кисти, они есть кисти. Но кисти нужно мыть. Вот такая вот штучка у нас вышла. То есть, вы кистью наносите средство, и кистью вот так вот вводите, да, очищаете, промываете. То есть все волокна очищаются таким образом. Вот такая вот классная вещичка вышла. И, не знаю, знаете вы или не знаете, что у нас сейчас идет квалификация в Хорватию. Такой положили проспектик мне. Открой сердце для Хорватии. И если вы хотите побывать за счет компании в Хорватии, узнать ее природу, ее архитектуру, историю, то под видео есть контакты. Вы можете мне написать, я вам с удовольствием все расскажу, покажу и объясню. И мы с вами встретимся в каталоге номер 13. Там столько новинок, вы не поверите. Поэтому оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Пока!